Еще одно партийное пространство, пятое по счету по числу районов в Барнауле. С его открытием задача, которую перед единороссами поставил секретарь городского отделения партии, можно сказать, выполнена. В краевой столице появилась сеть центров партийных активностей. Цели открытия приемной – это, конечно, общение с жителями. Постарались открыть их в тех местах, где удобнее было бы. Хотелось бы, чтобы эти приемные работали не только на обращение граждан, а не чтобы эти приемные работали и на предложение граждан, на новые идеи. Я надеюсь, что эти приемные заработают в качестве, ну, такой точки притяжения. В приемные Центрального и Ленинского районов, которые открыли первыми, барнаульцы уже активно обращаются. Есть определенный пул наказов, и я не сомневаюсь, что вот именно эти приемные будут тем местом, где будет биться сердце партии. Это будет живое место, это будут площадки, это будет встреча с молодежью, это будут решения действительно важных, насущных проблем города. В общественных центрах провели первые лектории и мастер-классы. Волонтеры презентовали новые социальные проекты. По мнению организаторов партийных приемных, их особенность в скорости принятия решений. И новые лица, которые придут к депутаты, они продолжат, я считаю, хорошую традицию депутатов единороссов Барнаульской городской думы и будут также эффективно работать и взаимодействовать, с одной стороны, и с исполнительной властью, что абсолютно четко считаю необходимо для того, чтобы принимать эффективные решения, и с барнаульцами для того, чтобы принимать решения, которые актуальны для наших горожан. Добавим, лидером по числу вопросов и предложений от горожан пока является приемная Центрального района. Елена Макаренко, «День с толком».